В районной администрации состоялась 36-я сессия Совета муниципального образования «Сиверский район». По традиции депутаты поздравили именинников и вручили почетные грамоты. Отдельную благодарность получил настоятель Свято-Никольского храма поселка Ильского отец Кирилл за помощь участникам специальной военной операции. Обсуждение повестки проходило с участием заместителя главы района Виталия Веденеева и прокурора Дениса Жукова. Всего депутаты рассмотрели 7 вопросов. Первый из них – исполнение местного бюджета за 2022 год. Доходы исполнены в размере 2 919 134 80 тысяч рублей. Расходы в сумме 2 724 745 70 тысяч рублей. С дефицитом исполнения при местного бюджета 5 610 9 тысяч рублей. Отрадно отметить, что в течение прошлого года был погашен весь муниципальный внутренний долг на общую сумму 30,7 миллиона рублей. Обсудили преобразование структуры районной администрации. Должности двух заместителей главы будут сокращены, а их обязанности перераспределены между другими замами в целях экономии бюджета. Рассмотрели вопрос о даче согласия администрации муниципалитета на заключение концессионного соглашения с ООО «АСУ Сервис». Реализация соглашения позволит модернизировать комплекс теплоснабжения Северского района, что позволит значительно сэкономить затраты на топливо и эксплуатацию оборудования. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, районные депутаты поддержали единогласно.